Это World of Tanks. Компьютерная игра более чем с 60 миллионами зарегистрированных пользователей. Это больше всего населения Италии. Игра настолько популярна, что по ней стали устраиваться состязания с невероятно острым соперничеством и призовыми фондами в миллионы долларов. Да и сама игра не перестает развиваться. Для создания игры такого уровня требуется собственная настоящая армия. Более 1600 работников по всему миру, батальоны разработчиков и программистов, и роты художников и исследователей тратят сотни тысяч часов, чтобы игра жила и развивалась. Они должны обеспечивать бесконечный поток нового контента, чтобы десятки миллионов фанатов оставались в игре. И все это происходит на мегазаводе Wargaming. Мегазаводы. Wargaming. Прекрасное весеннее утро в Киеве. Почему же сотни людей собираются провести этот день в этом темном зале? Они пришли, чтобы посмотреть, как лучшие игроки региона играют в одну из самых популярных игр на планете — World of Tanks, созданную компанией Wargaming. Она настолько популярна, что десятки тысяч поклонников со всего мира смотрят интернет-трансляцию состязания. За этими ребятами наблюдают все профессиональные команды мира и берут с них пример. Ставки здесь огромные. Одна из команд вернется домой с сегодняшнего состязания с 50 тысячами долларов наличными. Это состязание по одной компьютерной игре — World of Tanks. Но эта игра не только для участников соревнований. Миллионы игроков по всему миру заходят на серверы, выбирают танк из собственного личного гаража и отправляются на поле боя с товарищами по команде. Их миссия проста — победить противника. Принцип игры World of Tanks прост. В отличие от многих компьютерных игр, на прохождение которых требуются часы, средний бой World of Tanks длится от 5 до 10 минут. Однако внимание к деталям и историческая достоверность являются первостепенными задачами. Каждая из военных машин создается вручную на основе подлинных чертежей и схем времен Второй мировой войны. Отличный способ привлечь легионы фанатов, интересующихся военной историей и оружием. Но, конечно, это не единственная компьютерная игра. Оборот индустрии видеоигр в 2012 году составил около 67 миллиардов долларов. И у игроков есть безграничный выбор. Wargaming использует неортодоксальную стратегию, чтобы привлечь игроков в World of Tanks. Они отдают ее бесплатно. Игра является частью бизнес-модели, названной Free-to-Play. Игроки не должны платить за игру. Никогда. Как же Wargaming удалось заработать более 200 миллионов евро в 2012 году? Все дело в масштабах. Игры Free-to-Play приносят деньги, когда игроки решают купить игровые улучшения, специальное снаряжение или уникальный камуфляж. Лишь часть игроков, до 20%, решают совершить эти небольшие денежные вложения. Но когда общее число игроков доходит до 60 миллионов, эта небольшая часть может принести серьезные деньги. Даже те игроки, кто не платит, все равно важны. Они являются союзниками или противниками, поддерживающими игру для тех, кто платит. Поэтому Wargaming нужно очень много пользователей, чтобы их бизнес-модель работала. Создание такой массовой игры требует мегазавода действительно мирового масштаба. Тысяча 600 работников в офисах по всему миру создают танки и карты, обеспечивают техническую поддержку, поддерживают работу серверов на трех континентах, проводят постоянные улучшения и усовершенствования, чтобы удовлетворить огромное число игроков, которое продолжает расти. Все начинается с танков. Все они создаются здесь,
в штаб-квартире фирмы в Минске, Беларусь. Как и остальная компания, штаб-квартира Wargaming быстро растет. Чтобы успевать за этим ростом, они вдвое увеличили свое присутствие в Минске, заняв еще одно здание. Здесь, на восьмом этаже, боевые машины вручную создаются разработчиками танков компании Wargaming. Все они должны выглядеть и действовать как оригинальные прототипы времен Первой и Второй мировых войн. Вот как делали танки раньше. Детали отливались из расплавленной стали или делались из болванок, которые ковались или прокатывались. В компании Wargaming танки создаются в виртуальном мире, но в своей основе процесс не так уж и отличается. На завод поступают исходные материалы, из которых создаются тысячи деталей. Специалисты собирают из этих деталей боевые машины и как можно быстрее отправляют их на фронт. Моя основная задача — это производство танка. Я создаю визуальную модель, это то, что видят игроки. Многие известнейшие игры основаны на фантазиях создателей, но только не World of Tanks. Эти машины создаются в строгом соответствии с чертежами. Референс — это основная часть, по которому мы создаем танк. Без него бы мы ничего не могли сделать. Это была бы наша фантазия. Историческая достоверность — одна из выигрышных черт World of Tanks по сравнению с конкурентами. Чтобы создавать танки должным образом, необходимы соответствующие ресурсы. Во время Второй мировой войны этим ресурсом была сталь. На мегазаводе компании Wargaming танки создаются из ресурса 21 века — информации. Чертежей, схем, рисунков и фотографий. Зайдем в местную библиотеку? Не думаю. В мире очень немного мест, где можно найти подлинные чертежи танков Второй мировой. Одно из них находится в Москве, где исторический консультант компании Юрий Пошелок выискивает настоящие самородки этого чертежного золота. Мы находимся на территории Центрального музея Великой войны, более известного как Поклонная гора. В бывшем Советском Союзе термин «Великая Отечественная война» означал период обороны Родины от нацистского вторжения во время Второй мировой войны. В этот период войны состоялись одни из самых массовых танковых битв в истории. Вроде Россия-Неайского сражения на территории Литвы или Курской битвы в России, когда в сражении приняли участие более 6000 танков. Эти машины сыграли решающую роль в поражении врага и сохранении Советского Союза. В результате многие в этом регионе интересуются танками. В компании утверждают, что эта связь с историей вдохновляет дизайнеров воспроизводить танки как можно точнее. Здесь Юрий может лично изучить машины, которые помогли победить в войне. И что еще важнее, изучить чертежи, по которым они создавались. В кабинете в самом центре музея Юрий собирает материалы, необходимые для создания танка. Ну, заводские чертежи, я должен сказать, что это такая субстанция, которую не все понимают, что это. Вот. Реально это больше нужно для воссоздания модели. Понять, какие детали использовать, так же важно, как и найти материалы для их изготовления. Такое наслоение произошло в разных данных, что требуется разобраться. Исторически достоверные танки не только привлекают игроков, но и сохраняют историю. Это самый лучший способ продвижения истории за все время, которое я знал. Ни один исторический фильм, ни одна просветительская программа не продвинула так военную технику, как ее продвинула эта игра. В нее сыграло примерно треть всех россиян. Данные, найденные в музейных архивах, это та виртуальная сталь, которую Wargaming использует для создания своих танков. На заводах Второй мировой были гигантские печи и прессы, превращавшие сырье в детали танков. В штаб-квартире компании Wargaming дизайнеры используют мощные компьютеры для постройки танков путем создания внешних очертаний, поверхностей, добавляя детали, характерные для конкретных машин.
Они начинают с каркаса. Оригинальные чертежи и схемы превращаются в электронный скелет. Затем появляется трехмерная модель танка. Но до готового продукта еще далеко. Нашим танкам очень высокие требования. Мы должны сделать очень детализированный танк, сделать его правильно с исторической точки зрения. Танки недолго остаются чистыми. Поэтому добавляются текстуры вроде грязи, ржавчины и царапин. Производство текстуры — это одна из самых главных наших частей. Ведь текстура — это то, на что смотрит игрок. Если мы сделаем ее нереалистичной, некорректной, игрок не поверит, что танк живой, что он настоящий, что там боевая машина. Бой может начаться в любой момент, и эти танки будут готовы принять в нем участие. Мы можем изменять освещение с утреннего на вечернее. Выглядит это вот так. Утро, полдень и вечер. Закатное солнце. Этот танк когда-то был просто информацией, отправленной на завод из музейного архива. Теперь это виртуальная боевая машина, готовая к оценке историческими консультантами. И они редко что-либо упускают. Они присылают нам до сотни иногда комментариев, чтобы исправить танк. От пулеметов до петель люков все детали должны соответствовать чертежам конкретных танков. В данном случае неправильное количество защелок для ящиков ZIP. В данном случае это количество болтов на лопате. Андрей Медведев сравнивает танк с документами и чертежами. Когда изготовлена модель, самая первая наша задача — это проверить ее правильность габаритов, правильность наклона всех узлов основных поверхностей. Как и создатели танков, историки зависят от точных чертежей. Это добыто было Юрием Пошалоком в московских архивах. Это скрины уникальных отчетов, сделанных в 1944 году. То есть, как бы так сказать, это очень большая историческая ценность и очень большая редкость. Точные чертежи — это важно. Но также важно изучать и настоящие танки. К счастью, в 30 километрах от Минска находится историко-культурный комплекс «Линия Сталина» площадью 25 гектаров, демонстрирующий военную мощь советской эпохи. «Линия Сталина» представляла собой цепь укреплений, построенных для защиты Советского Союза от нападения вдоль его западной границы. Кроме того, здесь находится несколько подлинных танков времен Второй мировой. Это дает работникам Wargaming'а шанс познакомиться с историческими машинами вроде этого советского БТ-7. Достаточно мало мест. Да, то есть вот эти вот несчастные метра на трех человек. Я бы сказал, механик-водитель, ну, два, бог с ним, тут же еще ноги куда-то деваются. Механик-водитель и два человека в башне. Ну, собственно говоря, давай залезем внутрь, собственно, и посмотрим, что это из себя представляет. Давай. Ты, естественно. Это следы от попадания бронебойных пуль винтовочного калибра, либо выпущенных из винтовки, либо из противотанкового ружья немецкого. Они имели одинаковый калибр 7,93. 7,92. Ой, да-да, сори, 7,92. Миллиметра. Шел, видимо, когда шел в атаку, держиваемся, то есть политика, стопроцентное соответствие. Но реально, я бы сказал, 95-97. Трудясь вместе с разработчиками моделей танков, он следит за тем, чтобы машины в игре выглядели в точности, как их прообразы времен Второй мировой. Танк, не укомплектованный фарами, клаксоном и всяческим дополнительным необходимым имуществом, просто в бой не пойдет. Но недостающий обвес не очень волнует элитные команды игроков World of Tanks, собравшиеся в Киеве на российский финал золотой лиги Wargaming.net. Это соревнование на самом высшем уровне. После долгих месяцев онлайн-матчей из более чем 2000 команд осталось 8 лучших. Эти соревнования — 4 дня боев, которые определят лучших из лучших. Люк Невер
английский голос соревнований. Российский кластер старейший, он существует дольше всего. Игра была сначала выпущена в России, так что игроки там более опытные. Они начали это первыми, задали тренд. Поэтому это самые умелые игроки в мире на данный момент. И эта победа не просто право потешить свое самолюбие. Первое место принесет победителям главный приз в 50 тысяч долларов. Эти матчи демонстрируют, сколько труда создатели и исследователи танков компании вложили во внешний вид этих машин. А также звук. Чтобы двигатели модели могли взреветь, заводясь перед боем, саунд-дизайнерам нужно добавить этот рев в игру. Модельеры Wargaming создали исторически достоверный виртуальный танк времен Второй мировой войны. И он должен звучать так же реалистично, как он выглядит. Если погода улучшится, то Команда саунд-дизайнеров отправляется записать настоящие звуковые эффекты для World of Tanks. Чтобы получить подлинный звук, им нужен танк, собранный из оригинальных деталей времен Второй мировой, который все еще на ходу. В комплексе линии Сталина механики поддерживают танки в форме, чтобы они не оказались лишь достоянием истории. Благодаря их стараниям, Wargaming может работать с подлинной техникой. Вроде этого советского Т-44. Я думаю, вот с этого и начнем. Ну, давайте начнем с Т-44. Да, Т-44. Значит, у нас основная задача — это получить звуки по двигателю. Мне необходимо знать, какие конструкционные особенности. Значит, что он... Сегодня катки не пишете? Именно звук движения, значит, лязг траков. Лязг траков мы тогда запишем. Выхлоп у нас с этой стороны, то есть если писать будете отсюда, будут наслаиваться звуки выходящих газов, пойдут небольшие. На броню. Они составляют план действий. Прежде чем садиться на корму, мы запишем, вокруг танка походим с пушкой, поснимаем характерные точки при заведенном двигателе. Не забывайте, это 27-тонная боевая машина. Назад мы в мертвую зону не заходим. Когда танк заведен, все смотрят на меня, потому что я общаюсь с мехводом. Я понял. Все, значит, контролирую. Опытный водитель помогает им получить требуемое. На этом немецком Штук-3 стоит современный двигатель. Но он все равно может пригодиться команде. Они собирают как можно больше подлинных танковых звуков. А затем отправляют их в штаб-квартиру. Сейчас мы заняты тем, что мы анализируем то, что мы записали, и формируем из этих материалов библиотеку, которая в последующем будет внедрена в клиент игры. В конечном итоге звуки World of Tanks будут так же близки к реальным боям, как и картинка. К примеру, когда точно так же будет звучать танк в игре, по-моему, это будет здорово, супер просто. Можно действительно почувствовать железную машину, которой ты управляешь. Команда компании Wargaming создала исторически достоверный танк, который выглядит и звучит в точности, как его исторический прообраз. В игре пользователь может выбрать любой из более чем 250 танков. Советский, германский, британский, американский, французский или китайский. И все время появляются новые. По мнению генерального директора Wargaming Виктора Кислова, главный способ поддерживать преданность игроков – следить, чтобы игра всегда была свежей. У нас десятки миллионов игроков, около 60 миллионов. И у них есть свои нужды. Они уже заплатили нам своим временем и деньгами. Они хотят продолжать играть, и мы должны давать им что-то, чем они смогли бы наслаждаться завтра, через месяц, в следующем году. Чтобы удовлетворить игроков World of Tanks, требуются легионы дизайнеров и художников.
В нашей компании около 1000 человек, которые усердно трудятся каждый день. Их число растет. Нашим существующим игрокам нужны обновления, новые танки, новые карты, новые игровые режимы, графические находки. В успешных проектах без этого никуда. Существует много компаний, которые этого не понимают. Они достигают успеха и останавливаются на этом. Потребители этого не терпят. World of Tanks сотни боевых машин заржавели бы в гаражах, если бы им негде было воевать. Во время Второй мировой танковые битвы шли не только на широких открытых пространствах. Бои шли в лесах, городах и болотах. Знание местности было громадным преимуществом, а незнание местности смертельно опасно. На соревновании по World of Tanks знание основ, вроде верного использования окружения, критически важно. Важно сохранять спокойствие, сосредоточенность и слушать инструкции. Успешно осуществленный плохой план лучше, чем плохо осуществленный хороший. Стоит попасть в западню в неподходящем месте, и вас ждет быстрое поражение. Неудачное положение, ему грозит беда. Да, похоже, команда Mind отправляется домой. Это поражение. После этого боя фанаты на этой киберспортивной арене на один шаг приблизились к тому, чтобы увидеть корону чемпиона. Он позволил им взглянуть, насколько успех в бою зависит от карты. В компании Wargaming создание мира World of Tanks начинается с разработки карт. Каждая карта состоит из объектов вроде гор, воды, деревьев и зданий, из которых составляется ландшафт, благоприятный для танковых баталий. Перед тем, как карту выпустят в игру, она должна пройти тщательную трехступенчатую проверку. Успех далеко не гарантирован. По моему опыту, лишь около 30% карт, которые мы создаем, выпускаются в игру. Первый этап проверки — геймплей. Наличие должного баланса между препятствиями и открытым пространством. Если вы создадите одно большое открытое пространство, игроки не смогут воевать друг с другом. Это будет просто каша. Это неинтересно. Геймплей должен быть хорошим. Вторая часть — пространственная композиция. Красота мира должна играть на контрасте с внешней грубостью танков. Когда пространственная композиция нарушена, геймплей будет хорошим, но карта не будет красивой с художественной точки зрения. Третья часть головоломки — навигация, чтобы игроки не потерялись. Если на карте сложно находить путь, вам будет казаться, что вы попали в какой-то лабиринт, и вам не будет нравиться играть на такой карте. За высокие стандарты приходится платить немалую цену. На создание одной карты уходит 80 часов работы. В год более 1000 часов работы тратится на карты, которые не удаются. Те немногие, что проходят испытания, для повышения реалистичности детализируются с использованием реальных объектов, фотографии которых находятся в различных источниках, например, в социальных сетях. Вот я нашел прекрасный остров Бали, где есть множество объектов, с которыми можно работать. На карте устанавливаются метки, где должны быть размещены новые объекты. Затем я помечаю все такие места, могу показать немного. Храм из Бали. Они просто великолепны. Затем прокладываются дороги, которые помогут игрокам найти путь. Прошедшие испытания эскизы карт переходят на следующий художественный уровень, где карты превращаются в миры с полным эффектом присутствия. Эта сцена, возможно, выглядит просто. Танк на холме над полем. Художники по картам видят все, что делает их творения такими реальными. Травинки, разные виды деревьев. А нам крайне важна реалистичность наших карт, так же, как и танков, для того, чтобы погрузить наших игроков в атмосферу того времени. Художники оттачивают индивидуальность каждой карты, подбирая детали под всякую местность. Ну, вот эта карта фьорда, если узнали ее игроки, норвежские фьорды, нами был найден пример вот такого интересного домика.
крыша которого сделана из травы. Затем на карте по одному расставляются все дома, деревья и корабли. Иногда их перемещают. Мы используем, берем домик. Есть разные способы. Можем просто его перетянуть куда-нибудь. Либо можем указать ему место. Допустим, хочу, чтобы он у меня был здесь. Вот у меня домик здесь. Мир реагирует на каждый клик. Чтобы карта казалась частью большего мира, здесь используют Skybox – проекцию дальних объектов, вроде солнца и облаков. Если я его отключу, можно посмотреть, что получается, когда его нету. Вот, нету Skybox'а, вот мы его включили. Управление небесами по мановению руки. То есть у нас, по идее, по, соответственно, теням, солнце должно быть где-то здесь. Что мы для этого можем сделать? Можем повернуть небо. Создавать миры, не уступающие по точности и детализации танкам, сложнейшая работа. Но остается место и для индивидуального подхода. Я очень люблю, как выполнена задача по созданию текстур травы, в данном случае цветов, для карты степи. Очень люблю. Ну, наверное, это такая женская особенность. Ибо цветы не могут не радовать. Такое разнотравие, богатство, которое здесь получилось добиться, вот это маковое поле. Просто я восхищаюсь, как это сделано. И этот этап лишь один из десятков карт World of Tanks. Зима или лето? Пустыня или горы? Деревня или город? Подобная детализация – часть стратегии компании Wargaming, направленная на то, чтобы их 60 миллионов игроков продолжали вести бои. Эта популярность привлекла внимание организации, которая знает кое-что о настоящих боях – белорусских вооруженных сил. В штаб-квартире компании в Минске люди работают над постоянной задачей. Что сделать, чтобы более 60 миллионов игроков продолжали играть в World of Tanks? Первая часть их стратегии – создание максимально исторически достоверных танков и карт. Художники, исследователи и звукооператоры создают виртуальные боевые машины, достоверность которых доходит до 95%. Затем они должны сделать так, чтобы игра была веселой, в нее хотелось играть вновь и вновь. А для этого важно знать, как танки двигаются. Вооруженные силы Беларуси пригласили команду World of Tanks в охраняемое место неподалеку от Минска, чтобы предложить им опыт очень тесного знакомства. В этих танках нет ничего виртуального. Механизированные части Беларуси насчитывают около 1500 танков. В этом лагере солдаты обучаются вождению танков. Экипажи отрабатывают маневры, которые защитят их страну в случае войны. Дизайнеры обожают возможность самим опробовать нечто реальное. Отличная машина. Сразу чувствуется мощь. И день хороший сегодня. Обычно персонал World of Tanks проводит дни за экранами компьютеров. Сегодня они сидят на башнях танков. Нет лучшего способа создать аутентичный геймплей, чем лично познакомиться с машиной. Но эти современнейшие машины снабжены броней с отражающими элементами, новейшими системами управления огнем и противотанковыми управляемыми ракетами. Даже самый совершенный танк 40-х годов не имел бы ни шанса против этих современных машин. То же самое можно сказать и о машинах времен Второй мировой. Танки создавались неравными.
Также Wargaming удается устраивать честные бои. Здесь в дело вступает игровой баланс. Мы настраиваем ее специально, чтобы не было каких-то слабых машин, не было каких-то сильных машин, и все они приблизительно были равны друг другу на поле боя. Танки делятся на 10 уровней. От маленьких шустрых разведчиков на первом уровне до страшных экспериментальных тяжелых танков на 10-м. Это как весовые разряды в боксе. Бой танков одного уровня может считаться честным. Каждый игрок должен понимать, что в игре нету слишком сильных машин, в игре нету слишком слабых машин, и тогда игроку реально получается комфортно играть. Это притягивает игроков. На киберспортивной арене Wargaming использует соревнования по World of Tanks, чтобы привлечь потенциальных игроков со всего мира. Съемочная группа, не уступающая командам с профессиональных спортивных событий, ведет прямую трансляцию в сети. Все ждут, что фаворит зрителей команда Rush с легкостью преодолеет финальный склад. Десятки тысяч зрителей ожидают скорый сюрприз. Rush спотыкается уже в матче второго раунда. Они попали в ловушку, и она сработала. Они уходят один за другим. Боже, вся команда Rush попала в западню. И вот последнего загоняют, как свора боевых псов. Rush в нокауте. Из фаворитов в лузеры. Еще одно поражение будет означать вылет с соревнований. Команде Rush нужно собраться после этих двух дней. Им пришлось нелегко, но им просто нужно быть сосредоточенными и придерживаться своей тактики. Он пока не в засвете, он пытается... Выстрел вслепую. Готов. Грати им вылетает. 4 боя, 2 матча подряд. Rush выигрывает 2-й бой и проходит вперед. Упорство приносит свои плоды. Споткнувшись в самом начале, команда Rush устояла и прошла в финал соревнований. Wargaming ведет трансляцию игр на весь мир, чтобы увеличить популярность игры. Так и компания Wargaming, вооруженные силы Беларуси, также имеют причины поддерживать интерес людей к танкам. Фирме нужны игроки, а вооруженным силам будущее командиры танков. Как мы можем использовать это в системе и подготовки военнослужащих, и в системе идеологической работы? Андрей считает, что World of Tanks позволяет готовить отличных солдат. Многие сегодня игроки не просто знают устройство танка, они знают историю танкостроения, они знают различные другие дисциплины. И нам это важно. Они приходят уже в армию, молодые ребята, подготовлены. А те, кто находится в армии, они познают еще больше и больше, становятся более продвинутыми в этой теме. В то время как World of Tanks вдохновляет будущих любителей танков, компания Wargaming помогает следить за тем, чтобы жертва, принесенная танкистами прошлого, не была забыта. Они регулярно осуществляют пожертвования музеям и центрам военной истории по всему миру. Среди них и грант на 90 тысяч евро танковому музею в Бовингтоне, Англия. И во время танкового фестиваля 2013 года Виктор Кислый открыл образовательный центр под патронажем wargaming.net. Танковые бои Второй мировой шли не только на Восточном фронте. Британские танки также принимали участие в сражениях на театрах военных действий по всему миру. В Бовингтоне коллекция из более чем 300 танков позволяет рассказать их историю. Для Виктора Кислого это очень важно – отдать дань уважения тем, кто столь многим пожертвовал. Я надеюсь, это поможет сохранить британское наследие, а также привлечь внимание и интерес молодых людей, которые интересуются техникой, чтобы превратить этот энтузиазм в любовь к мировой истории. Музеи вроде Бовингтонского являются важными источниками информации, главного ресурса Wargaming. Большинство заводов превращают материалы в готовые продукты, вроде телевизоров или поездов. Машины и поля сражений в World of Tanks никогда не являются окончательными изделиями. Они постоянно улучшаются и обновляются, становясь все более совершенными. Мы шагнули настолько вперед, компания достигла такого уровня, что мы сейчас занимаемся гонкой не с соперниками, мы занимаемся гонкой с самой реальностью жизни. То есть в том, как все это ведет себя в реальной жизни, как себя ведет природа в реальной жизни, танки, объекты, физика, эффекты. Wargaming подогрел у пользователей высокие требования.
Что, если их новый проект не сможет им соответствовать? Для нас не так страшно потерять, скажем, 10 миллионов долларов из-за незапуска проекта. Главный риск — столкнуться с ситуацией, когда игровое сообщество будет думать: ясно, Wargaming почивает на лаврах и не способна создать новую крутую игру. Танки во Второй мировой войне сыграли важную роль в восстановлении мира в Европе. Но война не была окончена. На Тихоокеанском театре на передний план вышла другая машина. Самолет-истребитель. Когда Wargaming решили создать игру, которая бы продолжила World of Tanks, они подняли взоры к небесам. В конце 2013 года к World of Tanks присоединится World of Warplanes, где бои идут в воздухе. В World of Warplanes будут сотни самолетов из золотой эры авиации, от 30-х годов и до Корейской войны. Игра пойдет по протаренному пути к успеху игры World of Tanks. Но все эти самолеты должны быть где-то созданы. Начало нового проекта серьезно увеличило нагрузку на компанию. Как выжать больше производительности из завода, который и так работает на полную мощность? Надо построить еще один. Мы не могли отвлекать нашу легендарную команду World of Tanks, потому что они должны выпускать обновления раз в два месяца, а лучше каждый месяц. Поэтому нам нужно было расширяться и делать это быстро. В Украине Wargaming создал товарищество, которое стало их киевским офисом. Руководитель отдела разработки Олег Гатинян знает, что на них возложены большие надежды. Можно подойти к практически любому человеку на улице и спросить, знает ли он игру про танки, и, по крайней мере, на территории стран СНГ он гарантированно вам ответит, что да, знает, он играет в нее. И это же цель для World of Warplanes. Геймплей World of Warplanes добавляет к игре еще одно измерение. Одна из главных сложностей была перейти от почти двухмерной игры в формат 3D. Танки ездят по поверхности, двигаясь в двух измерениях. Самолеты летают в трех. В World of Warplanes игроки могут разглядеть самолет со всех сторон. Самолет двигается, поворачивается, и нужно сохранить все реалистичные детали. Все как в реальном мире. Что может быть нелегко, когда нужно создавать самолеты, которые никогда не летали в реальности. Иногда бывает, что у тебя есть лишь схема, даже не чертеж, просто схема. И нужно просто представить, воссоздать все, что могло быть на этом самолете. Как и создатели танков, команда Warplanes создает куда более удачные самолеты, когда им удается выбраться из офиса. На аэродроме Боровая пилоты демонстрируют фигуры высшего пилотажа и самолеты копии советских машин 40-х годов. Они выполняют маневры, мало отличающиеся от тех, что применялись в воздушных боях Второй мировой. Другое, иметь возможность лично пощупать самолет, послушать, как он звучит, посмотреть, как он летает, или ощутить перегрузки во время полета. Игроки смогут выбрать любой из более чем 200 самолетов, от ранних бипланов до экспериментальных моделей. Разработчики знают, что повторить успех World of Tanks с его 60 миллионами игроков будет очень непросто. Чтобы описать аналогию между World of Warplanes и World of Tanks, я люблю использовать слова «тяжело быть сыном гения». Сделать вторую такую успешную игру — это очень большой вызов и очень большая трудность, потому что так или иначе все говорят, будут говорить и будут сравнивать с успешностью, с достоинствами или недостатками World of Tanks. Создание World of Warplanes — это устремление компании Wargaming в будущее.
На другом конце города наступило будущее для киберкоманд, ведущих бой за титул чемпионов. На киевской киберспортивной арене полным ходом идут финальные бои золотой лиги российского кластера Wargaming.net. Обычные игроки World of Tanks играют в полном комфорте у себя дома. Здесь же открытость и ставки заметно выше. Шум толпы, комментаторы, крики людей, когда вас подбили. Напряжение невероятное. Вы потеете, мышка скользит в руке. Здесь все совсем по-другому. Но элита киберспорта — это необычные геймеры. Часть из игроков — это полностью профессиональные киберспортсмены, которые получают за это и зарплату. У них есть контракты со спонсорами. Это не безумная идея. Ведь как на это ни посмотри, отличий от традиционного крупного спортивного мероприятия немного. Профессиональные команды в своей форме. Трибуны полные фанатов. Съемочная группа ведет трансляцию для зрителей по всему миру. Не одна, а две команды комментаторов. После матчевого интервью. И, конечно, девушки из команды поддержки. Соревнования позволяют обычным игрокам взглянуть на лучших игроков мира. Все это часть стратегии Wargaming по поддержке связи с игроками. Без игроков нет никакого World of Tanks. Им нужно прислушиваться. Для этого в отделе по работе с игровым сообществом у нас работают сотни людей. Они следят за форумами, встречаются с игроками, регулярно пьют пиво с игроками Германии, Сан-Франциско, Москве, Варшаве. Медиамашина Wargaming выкладывает в сеть интересные видео, обучающие программы и даже выпускает телевизионные передачи новостей Wargaming. Если судить по фанатам в Киеве, лига Wargaming.net имеет множество поклонников. Ты съявил в толпы и играет свою роль, и напряжение, потому что ошибки, право на ошибку очень маленькое. И, соответственно, конечно же, напряжение на игроков просто глобальное. Ну и на кону стоят очень серьезные суммы денег, поэтому это тоже можно понять. В кабине репортеров знают, за что бьются участники финального матча. На кону стоит немало, 50 тысяч долларов главный приз, это много. Кроме того, это плюс для их репутации и возможность выйти в суперфинал, где они могут выиграть 2,5 миллиона, если победят сейчас и войдут в тройку еще раз. Остались две последние команды. Фавориты Rush и неожиданно прорвавшийся в финал New Star. Победитель станет чемпионом русского кластера игры. Давайте поаплодируем New Star, отправляющийся в бой. Будем надеяться, они смогут сосредоточиться и сделать это. Темная лошадка New Star надеется сбросить лидера. Очков здоровья много, он пытается заставить его. Нет, его план срывается. Но фавориты из Rush слишком сильны. Возможно, это конец. 50 тысяч долларов могут оказаться в кармане команды Rush. Да, он готов. Rush – чемпионы России в первом сезоне. Награждение чемпионов России не означает завершение игр лиги Wargaming.net. Впереди соревнования с еще большим количеством команд и еще более крупными призами. Компания Wargaming же со своей стороны не сбавляет обороты. И уже на горизонте в 2014 году видны дымы труб кораблей из World of Warships. Но и это не предел. Новые игры, новые платформы и продолжающее расти игровое сообщество. Это позволит их виртуальным заводам работать на полную мощность. Программа озвучена студией ARK TV. Текст читал Игорь Тарадайкин.